Всем привет и добро пожаловать в 24-ю серию Let's Play The Sims 3 «Вперед в будущее». И эта серия будет свободна от строительства, возможно... Вы не хотите видеть строительство после предыдущей серии? Следующая серия будет со строительством и с геймплеем, я думаю. Это так, чисто мои планы. Если вы заметили... Я пропустила один день. Сейчас в Симмере пятница. Я пропустила четверг. Ничего особенного, на самом деле, вы не пропустили. Все занимались своими навыками. Картер, естественно, развивал свой навык игры на лазерном ритмоконе. И сейчас у него уровень 8. Мы на пути к 9 уровню. А Наэми развивала навык передовой технологии, естественно. А Арис чуть позже. Оден развивался навык спорта и навык логики, и также получил навык механики, это было его желание, а остальные навыки — это мечта всей жизни. А он получил навык механики, потому что я, возможно, мне могут потребоваться деньги, наследство, может быть, не знаю. А Калиб, хотя куда нам столько денег, развивал свой навык рисования, я приобрела ему мольберт. Я забыла слово. Позор. Мольберт, Я решила, кстати, пойти с... И дальше использую предметы из отдыха на природе, каталога отдыха на природе. И, наконец, Риз всю ночь развивала свой навык ботостроения, чтобы добиться уровня 10. И, я думаю, вы уже видите, Риз освоила навык ботостроения. Поэтому прямо сейчас я дам ей отдохнуть немного, и затем мы отправимся в бот-торг, скорее всего. Попробуем узнать чертеж микросхемы чувствительности и создать. У нас есть это желание, кстати. И затем, возможно, улучшим одного из этих пломботов до уровня технологии будущего и установим в него микросхему чувствительности. Порядок действий важен, кстати. Не знаю, надеюсь, нам не придется создавать нового пломбота, кстати. Очень на это надеюсь. Потому что в другом моем сохранении мне пришлось создать нового пломбота, чтобы добиться статуи почета. А это, кстати, мечта всей жизни еще также Рис. Надели пломбота чувствами пломбота. И также сегодня мы попробуем вырастить растение, наконец-таки, хрустальное растение, заряженное любовью, и создать две микросхемы «Способность любить», потому что я не знаю, куда могла деться микросхема Электры. Но я точно знаю, что она у нее была в будущем, по крайней мере, когда мы вернулись в настоящее, почему-то ее здесь не было. Но я думаю, сонливость у Бендера тоже о многом говорит. Это... Я даже не буду ничего говорить сейчас. Мы создадим новую в таком случае. Мне не сложно, в принципе. Или можем приобрести комплект микросхем, в принципе. Тоже вариант. Но Рис как никогда близка просто к... наследству. Ну, оно может нам потребоваться, потому что мы тратим огромные деньги на то, чтобы построить торговые ряды. Так что вдруг мы не сможем переехать в будущем. И когда Рис проснется, нам нужно воспользоваться этим. И нам нужно принять душ. Форсированное мытье попробуем. Я думаю. А еще кое-что произошло. Оден после посещения салона красоты... его возраст обнулился до начала, то есть к началу вернулся, к началу стадии молодой, я имею в виду. И мне пришлось сделать его взрослым персонажем, поэтому, в принципе, проблем с этим нет, но все-таки неприятно. Но к тому же Оден, кстати, по-моему, был за 2 дня до взросления, так что особых проблем действительно нет. И, в принципе, я думаю, прямо сейчас я разбужу Рис. А что касается Наэми, Наэми прямо сейчас пытается... быстрее улучшить свой навык передовой технологии. И Наэми летает на пустом участке напротив нашего дома. Это тоже неплохо. И у нее есть мудлет, что-то эдакое грядет. Я упустила момент, когда у нее появился мудлет не с той ноги. Это первая стадия должна была бы быть. А сейчас, я думаю, вторая. Что-то во вселенной пошло не так, и Наэми взволнована, ей нужно глубоко вздохнуть. Или обратиться за профессиональной помощью. И у нас есть желание, кстати, попасть в больницу с нестабильностью, поэтому, наверное, мы это и сделаем. Мы дождемся последней стадии, и тогда мы отправимся. Потому что мы, мне кажется, мы еще ни разу не видели, что происходит на последней стадии. А прямо сейчас я хочу, чтобы Наэми отправилась в... вот сюда.
на своей летающей доске. Заодно улучшим навык. Возможно. А у Картера есть, кстати, цель выступить на церемонии награждения в театре. А скоро состоится церемония награждения одного важного персонажа. Организаторы ищут кого-то, кто в совершенстве владел игрой на лазерном ритмоконе. Чтобы выступить на церемонии, готовы попробовать. Мы готовы попробовать, потому что награду нам дадут улучшенный навык игры на лазерном ритмоконе. Нам это требуется как-никак. Как никогда, просто. Нам нужно сесть здесь. Рис закончила форсированную мочу, но я это не увидела. Но у нас есть мудрец, первозданная частота. А после мытья в акустическом душе Рис, сверкая частотой, некоторое время она точно не запачкается. Как-нибудь это отличается от обычного мытья? Мне так не кажется. Единственное, мы получаем мудрец, я думаю, в течение 5 часов потребность падать не будет. На самом деле, мне кажется, здесь дверь должна быть в абсолютно другом месте. А Рис, мы можем отправиться прямо сейчас в Ботторг и не терять времени. Наэми... Мы, кстати, пытаемся заработать деньги. Нет, нам нужно купить. Наэми отправилась сюда, потому что в предыдущей серии, если помните, я говорила, что мы можем вырастить двумя... или одним способом. Мы можем вырастить растение, перевести его на следующую стадию, если мы удобрим его плодом жизни. Поэтому можем приобрести его, я точно знаю, иногда. Не всегда, естественно. В этом прилавке, который, кстати, появляется вместе с Монте-Висте, точнее, с рынком, уличным рынком, который был бонусным участком. И прямо сейчас можем посмотреть еще на один прилавок, у которого есть продавец, кстати. Но я не думаю, что здесь могут быть сейчас же, прямо сейчас. Эти плоды жизни, к сожалению. Есть еще один способ. Я точно знаю, что он работает. О нем чуть позже, если у нас не получится исполнить вот это. То, о чем я сейчас говорю. То, что я пытаюсь сейчас сделать. Ничего здесь нет. Здесь есть, кстати, книги по садоводству и кулинарии. Огненный фрукт здесь есть, так что действительно редкие фрукты появляются, но не сейчас, видимо, так что Эми может дождаться следующей стадии, в принципе. Картер, как у нас дела? Отлично. Затем мы можем отправиться сюда, на летний фестиваль, и приобрести себе еду. Это во-первых. И затем мы можем выучить эту композицию для уровня 8. И затем играть за деньги. Может быть, кто-нибудь захочет нас послушать. Хотя, не знаю. Рис уже находится в Ботторге, я думаю. Одан улучшает навык до уровня 6. Навык логики. Мы не знаем еще ведь чертеж правильно, поэтому мы конструируем микросхемы. По-моему, на 10 уровне доступно всего 2. Мы ведь знаем микросхемы 9 уровня, верно? Нет. Отлично. По крайней мере, мы узнаем микросхемы 9 уровня. В таком случае несколько раз мы изучаем микросхемы, конструируем микросхемы. А Наэми Девон бреет, и от этого меняется его личность и пол, похоже. Она больше как быстро меняется. Прошу прощения за это. Мне нужно было отлучиться ненадолго. Дела семейные. А Наэми бредит, и от этого меняется его личность. Мы уже выяснили, что еще и пол. Причем стремительно, я это собиралась сказать. Она больше не обладает следующими чертами кокетка. Наэми Девон теперь будет обладать следующими чертами лежебока. Хорошую замену. Но нет. А если она в ближайшее время ляжет в больницу, эти черты останутся у нее навсегда. И Картер выполнил задание. Хотя награду получили не вы. Именно вы оказались в центре внимания, продемонстрировав свои навыки игры на лазерном ритмоконе. Мы получаем награду «Улучшенный навык». Рис знает, как создать микросхему лучше всех. А эта микросхема, собственно, производительность пломбота на работе улучшает, насколько я помню, в изучении навыков, тогда пломбот их быстрее изучает. Поэтому, может быть, мы ее создадим когда-нибудь, картофель фри с чили и сыром. И по какой-то причине у нас потомки изменились снова. Йодан улучшает навык до уровня 6. А Наэми, нам нужно отправиться прямо сейчас в больницу, раз уж мы не хотим
Раз уж мы не хотим сохранять эту черту характера лежебока, мы отправимся в больницу и попадем в нее с нестабильностью, к тому же у нас есть такое желание. Вы сделали все возможное, но ощущение неустойчивости само собой не пройдет. Лучше бы вас положить в местную больницу с нестабильностью. Мы ничего не делали, мы просто ждали. Или так, к сведению. Она ими зарабатывает... О, ладно. Мы уже его не имеем, этот мудлет. По крайней мере, это бесплатно. Мы снова меняем потомков. По странной причине. Опасаясь полного изменения личности, Нейми Девон ищет и находит средства лечения бреда. Мы отправляемся всего лишь в больницу. А, микросхема лучше всех. Возможно, но не сейчас. А, Картер, что мы делаем? Мы учим песню. А, Оден... Мы можем прямо сейчас, в принципе... Я не знаю, почему Оден дома, кстати. Оден должен был быть... В спортзале, насколько я помню. Поэтому мы возвращаемся обратно и тренируемся. А может быть, я не отправляла его на спортзал. Может быть, я отправила его тогда, когда пыталась впервые записать. Или так, к сведению тоже. И у меня вылетела игра. Никакого пота. Мы тренируемся. А Рис обнаруживает новую микросхему. Она может получить значительную скидку на все покупки в Боторге. Каким образом? Из-за того, что мы выучили микросхему в Боторге, или... Рис Молтри узнает, как создать микросхему чувствительность. Теперь мы это знаем, и мы можем ее создать. По крайней мере, узнать, как это делается. А, кстати, пока мы пытались повысить навык до уровня 10, Рис разобрала всех нанитов, которые у нас нашлись в багаже, поэтому нам придется создавать их заново, если мы хотим создать микросхемы. А... И на имя мы уже закончили с больницей, поэтому я хочу прямо сейчас вернуть на имя домой. И раз уж мы не нашли плод жизни, на участках, к сожалению, в городке он не растет, мы можем приобрести кое-что и испробовать. Есть способ еще один перевести растение на следующую стадию, используя солнышко, точнее солнечный свет, который оно выпускает. По-моему, каждый час солнышко выбрасывает солнечный свет. И, по-моему, даже не требуется танцевать под него, чтобы его получить. Поэтому мы попробуем получить солнечный свет. Рис Молтри исследует все чертежи микросхем, доступных ей на уровне, на этом уровне бодрострения. Поэтому мы знаем все микросхемы теперь, которые, в принципе, возможно узнать. Было бы интересно, в принципе, мне кажется, по крайней мере, если бы мы могли каким-нибудь образом... узнать чертеж микросхемы, который нельзя выучить, просто тренируясь на этой станции. Было бы интересно. Может быть, есть такой? Я об этом не знаю. А чувствительность. Большой чистый процессор, которого у нас нет. Может быть, одного нет. А любой кристалл и нанит супер. Но я хочу узнать для начала способность любить. А, средний чистый процессор, естественно, заряженный любовью кристалл. Мне кажется, что-то хотела создать, но... Я не помню, что уже, поэтому мы забудем об этом. А в таком случае нам нужно получить большой чистый процессор и любой кристалл. Но кристаллы нам нужно 5, у нас всего 3. Ха. Значит, еще и кристаллы. В таком случае прямо сейчас мы создаем нанита какого-нибудь термального, покруче, конденсирующего, индукционного. Мы не знаем, нанита супер, кстати, кажется, чертеж. Да. Поэтому мы конструируем нанитов также. Раз уж мы здесь. Не будем терять времени. А Оден улучшает навык спорт до уровня 3. И на имя что мы делаем? Вот восходит солнце. Да будет солнце, если оно вас интересует. Но я не вижу, кстати, солнечного света здесь. Вокруг солнышка должен был бы генерироваться солнечный свет, но я его не вижу. По какой-то странной причине. У меня есть еще один вопрос по этому поводу. Что это тут такое? О, цветы. Я думала, это солнечный свет сюда попал каким-то образом. Но, видимо, нет. А я не уверена, можно ли удалить... Удобрить солнечным светом растение напрямую, или нужно использовать одну установку, быстрый рост еще к тому же. Почему-то не выпускать же это.
По крайней мере, где-то мы можем слышать музыку в игре. А можем еще одну приобрести? 75 миллионов, мы можем себе это позволить. Она меня пугает немного, все это солнышко из растений против зомби, но... По крайней мере, она повышает потребность досуг. Очень даже неплохо. А какой у нас уровень сейчас передовой технологии? Не слишком мы сдвинулись. Даже несмотря на все путешествие, а в больницу на летающей доске. Почему-то нет солнечного света. Я не думаю, что... Да, теплицы в городке нет, поэтому... Но я уделю это внимание чуть позже, конечно же. А, рис, что мы делаем? Мы создали хоть что-нибудь? Можем разобрать хоть что-нибудь? Получить большой чистый процессор, наконец-таки. А, разобрать это и разобрать это. Видимо, сегодня нам не удастся создать микросхему чувствительность и добиться статуи почета. А, карты мы заработали хоть немного денег? Мы не заработали ничего, ровным счетом. Видимо, у всех сегодня неудачный день немного. Но, по крайней мере, мы уже пересекли черту. Мы за половиной навыка 8-го. Здесь никого нет, похоже. Поэтому, в принципе, можем вернуться домой и играть дома в одиночестве. Я полагаю. Рис создает нанит индукционный. А Наэми... Мы можем... Прямо сейчас... О, еще что, кстати, Наэми сделала. Улучшила качество еды до уровня 2. И теперь можем улучшить качество еды до уровня 3. Но для начала мы получим ужин. Амар термидор. Самое лучшее блюдо, похоже. Здесь, кстати, что-то есть, но... Иначе высокое качество. По крайней мере, это высокое качество. Так что это уже неплохо. А, и я думаю, раз уж мы так медленно улучшаем навык, поэтому... Нам стоит, наверное, приобрести в ее комнату вместо этой кровати все-таки, чтобы немного ускорить процесс. Нам нужно приобрести Dream Pod, потому что это уж слишком медленно все происходит. Если я его найду, конечно, сейчас. О, здесь. Отлично. Пусть он сюда не вписывается, но... Мы можем видеть сон, а передавая технологии на этом Dream Pod, естественно, и улучшать навык даже во сне. Угу. Так что, и Картер, мы играем в одиночестве снова. Риса дает нанита туннельный, и мы его разбираем, индукционного и туннельного нанита также. И Один может вернуться домой. И форсированное мытье мы ему позволим сделать и воспользоваться. И да, мы повысим навык, естественно. А Наэми мы можем... Прямо сейчас улучшить качество еды до уровня 3. И Рис, как у нас дела? Мы создаем нанитов по-прежнему. И Калиб может отправиться спать. Вполне себе. А у него есть желание стать голосистой легенды, но я не думаю, что это исполнится. А Рис Молд изучила всех нанитов, доступных на данном уровне. Ботостроения. А Калиб может идти спать. Рис, мы заканчиваем с изучением... Конструированием нанитов. Наверняка мы теперь знаем наниты супер, поэтому мы сможем его создать, если у нас будет большой чистый процессор, и тогда мы сможем создать и микросхему. Мы будем работать над этим. И, возможно, растение вырастет само, кстати, потому что солнечный свет производиться не хочет совершенно, явно. Может быть, у Наэми в багаже? Нет. В багаже у Наэми тоже ничего нет. Не знаю, сколько раз нам потребуется, кстати, собирать хрустальное растение, возможно, 2 раза, чтобы создать 2 микросхемы, но мы это сделаем. А пока что, я думаю, что закончу эту серию здесь. Мы увидимся с вами в следующем видео, которое будет очень скоро. А пока я с вами прощаюсь, всем пока!